Город Магнитогорск однозначно будет привлекательным для мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. И это естественным образом порождает проблемы с жильем. Последние два года количество возводимых многоэтажек по сути было мизерным. А высокая арендная плата в торговых центрах не оставляет предпринимателям выбора. Только свой магазин и, естественно, на первом этаже. Перегруженное население Орджоникидзевский район, и это тоже проблема. Человек вынужден 2 часа в день терять в транспорте. Логичным было бы возведение малоэтажного жилья, если бы не одно «но». Бюджетным и доступным такое жилье может быть при использовании дешевых комплектующих и типового не самого просторного проекта, с мизерным по площади и по сути земельным участком. Внутри городские поселки, и это самый лакомый кусок престижной недвижимости. И цена за готовый дом под ключ, и это $1 миллион, и это не предел. Причем, как оказалось, самые элитные из них по розе ветров располагаются на пути выбросов металлургического производства. Владельцы домов в Радужном и Хуторках, естественно, люди не бедные и могут себе позволить курортные районы Банного и Абзакова. И цена недвижимости там теперь уже дороже, чем в городе. И опять же транспортная проблема и проблемы с коммуникациями. Там просто нет должного количества очистных и водоводов. Поселок Лазурный, изначально планировавшийся как место проживания руководства комбината, имеет лучшее из всех расположение вблизи Верхнеуральского водохранилища, в заповедной природоохранной зоне. Причем это не садовое товарищество, а поселок с дорогами и круглогодичным энергоснабжением. Индивидуально у каждого дома есть собственная скважина с питьевой водой и системой локальной канализации. Кроме всего, крупные земельные участки и независимость от газоснабжения. Причем надо понимать, что с вступлением России в ВТО цена на газ, а как следствие и тепло, увеличится в 3 раза. Вывод – собственная энергоустановка, и это в каждом доме. Поселок завершен на 90% и имеется всего 3 оставшихся дома. Причем и внимание, дома имеют площадь от 250 квадратных метров, участок от 12 соток. Время в пути до завода управления и центра города – это 15 минут. И самое главное, единственное уникальное предложение. Цена за квадратный метр индивидуального дома в 2 раза ниже, чем за ушатанную однокомнатную хрущевку. Спешите. Предложение имеет ограниченный срок размещения.